Последний звонок – такое важное и трогательное в жизни каждого человека событие. По традиции, в конце мая он звенит во всех школах Одинцовского района. Лицей номер 6 – не исключение. Поздравления и напутственные слова в адрес выпускников звучали весь день. Когда-то дразнили вас карандаши, сегодня у всех вы в почете. Сегодня все говорят вам комплименты, сегодня все дарят вам аплодисменты. Со слезами на глазах мы прощаемся сегодня с последней вашей школьной весной. И сегодня прозвучал и будет звучать еще последний звонок, который символизирует окончание школьных уроков. Я желаю вам, чтобы этот путь был светлым, добрым. Будьте добрыми, честными, любите своих близких, свой город и нашу замечательную страну. Времена меняются, приходят новые выпускники. Но, как и много лет назад, в актовом зале лицея взволнованные лица еще вчерашних школьников и слезы радости на глазах учителей и родителей. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда момент настанет, мы будем петь голосами родителей, наших ангелов-хранителей. Среди выпускников металлистка Екатерина Скотникова. Будущий маркетолог с грустью расстается со школьными стенами. Это действительно очень родное место, которое не хочется отпускать, потому что больше мы не сможем войти в эти двери каждый день в 8 утра. Атмосфера праздника и веселья не покидала стены лицея весь день. Позабыв, что уже в понедельник по всей России стартует первый единый государственный экзамен, ребята веселились от души. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».